Любовь к скорости у этого парня в крови. Действующий чемпион России по автокроссу Александр Харченко из Омска по наследству перенял страсть к гонкам у отца. Спортсмен уже не в первый раз проверяет свои силы на нашей трассе. Я уже 6-й раз тут, мне в принципе все тут нравится, город развивается, трасса, смотрю, тоже все время улучшается, становится интереснее. Ну и так, у нас быстрая, скоростная, специфичная, свои какие-то особенности у нее, нам сюда нравится ездить. Соревнования вызвали большой интерес у жителей региона. За гонками наблюдали около 3000 зрителей, на трассу вышли 9 курян. Среди них многократный призер чемпионата России Павел Трубачев. Спортсмен 10 лет посвятил этому экстремальному виду спорта. Уже привык к жестким столкновениям и опасным маневрам. Риска для жизни нет, у нас все безопасно. Сиденье, ремни, каркас. Флаг Российской Федерации. Все безопасно, на самом деле. И шлем у нас, экипировка вся. Комбинезоны они. Если даже машина загорится. Данилу Кепову. Абсолютно безопасно. Спортсмены соревновались в 6 классах. По итогам турнира на пьедестал поднялись 5 курян. Станислав Костиков, Алексей Еременко. События дня.